парад Победы 1945 года. На трибуне Мавзолея генералиссимус Сталин и члены правительства. Принимает парад маршал Жуков. Да было так красиво, так необыкновенно, как-то прямо красочно. Отец на белом коне, с хорошей кавалерийской выправкой. Ну, просто мы все затаили дыхание и любовались. Вот так, и части московского гарнизона для парада Победы построен! На груди 10 легендарных маршалов орден Победа, высшая военная награда страны. Этим орденом Сталин наградил лучших из лучших своих полководцев. Тех, кто командовал фронтами и под чьим руководством наша страна одержала победу в Великой Отечественной войне. Маршалов Жукова и Василевского, Конева и Рокоссовского, Малиновского и Мерецкого, Говорова, Тимошенко, Толбухина и генерала армии Антонова. Блистательная десятка кавалеров ордена навсегда вошла в историю нашей страны. В 1941 и 1942 годах Красная армия под их командованием выстояла после сокрушительных поражений. В 1943-м они смогли переломить ход войны и провести решающие наступательные операции с огромными массами войск и техники, с мощной артподготовкой. В 1945-м они взяли Берлин. Есть у меня такое ощущение, что у каждого на войне был момент, когда вот человек осознавал, вот сейчас вся война зависит от него одного. От того, сделает ли он солдат, лейтенант, генерал, свое дело сейчас наилучшим образом. Вот если он сделает, победа будет за нами. В нашем фильме мы расскажем о кавалерах ордена Победа, их триумфальных и самых драматичных днях на войне. Почему Жуков решился на рискованный шаг и пошел против воли Сталина? Какое решение принял Рокоссовский, встав перед живым щитом узников концлагеря, зараженных тифом? И чем закончилось для Малиновского самовольное отступление и сдача Ростова? Кого из маршалов накануне войны вытащил из застенков Семен Тимошенко? И почему Федор Толбухин не успел написать мемуары? В нашем фильме потомки выдающихся полководцев, дети, внуки, правнуки расскажут о каждом из них, о самых трудных и неожиданных моментах их военной судьбы, о том, какой для каждого из них стала личная цена победы. Красноармейцы и краснофлотцы! Поздравляю вас с великой победой над германским империализмом! В моих руках орден Победы. Ну, орден Победы – муляж. А на параде Победы на груди у отца были настоящие два ордена Победы. Именно маршал Жуков был военачальником, получившим орден Победа за номером один за освобождение правобережной Украины в 1944 году. В один из приездов Сталин задал вопрос: а вы орден Победы получили? Он говорит: нет, не получил. Ну, зайдите и получили. Вот так вот было как-то, как будто бы обыденно, но, конечно, в общем, это, я думаю, что отец гордился и был доволен. Такой орден замечательный. Пока война не кончилась, на торжественные вручения даже самой значительной награды времени не было. Предстояло главное – взять Берлин. 30 марта 1945-го Жуков прибыл в Ставку. Здесь нервничали. Было очевидно, Гитлер бросает в бой на Восточном фронте все резервы, чтобы сберечь силы американцев и англичан, в надежде, что они предадут интересы СССР
и заключат с Германией сепаратный мир. А уже тогда прекрасно Сталин представлял, знал, вернее, что из себя представляют наши союзники. Более того, он знал о том, что в английском генеральном штабе разрабатывается операция «Немыслимая», попытка разгромить Красную армию после победы над фашистской Германией, используя в том числе пленных немцев и немецкое вооружение. Они про хорошее название, «Немыслимая». Вот они отказались. Он знал об этом прекрасно. Вот он знал их вероломство, особенно английском этом вероломстве. Поэтому, конечно же, он хотел, чтобы Берлин был взят нами. Но кто же из советских полководцев должен был покорить столицу Третьего Рейха? На направлении главного удара по решению ставки оказались трое – Жуков, Конев и Рокоссовский. Казалось, Сталин подстегивал их соперничество. Недаром в тот день, 30 марта 1945-го, всех троих одновременно наградили высшим полководческим орденом «Победа» за освобождение Польши. Войти в Берлин мечтал каждый из маршалов, но неудача на этом пути могла стоить головы. Одерский фронт, который защищал Берлин, был вершиной построения обороны немцами. Кроме того, у немцев был стимул держать эти позиции. Лозунг их был: «Мы будем считать свою задачу выполненной, если нам в спину ударят американские танки». Ставка утвердила план берлинской наступательной операции, по которому Жукову предписывалось выбросить танковые армии далеко в обход Берлина на Эльбу. Этим решалась задача сугубо политическая – предотвращение любой попытки удара американских и британских армий по Берлину. Реализация этого плана оказалась на грани срыва. Войскам Жукова не удалось прорвать оборону противника в сроки, намеченные ставкой. Великий полководец был на грани поражения. Нельзя сбрасывать со счетов то, что это же не промах Жукова, а это грамотная и хорошо продуманная подготовленная оборона немцев. Немцы все-таки вояки очень серьезные, и инженеры серьезные. Они построили такие линии обороны, которые оказалось прорвать очень тяжело. Особенно запомнилось вот его рассказ о взятии Берлина. И вот эти вот артиллерийская подготовка, потом прожекторы. Все это, конечно, очень было интересно и производило впечатление. Но вот он как-то так иногда даже с грустью говорил, что не все было так, в общем, гладко, как было задумано. Особенно вот по времени как-то что-то какие-то были задержки. И говорил, что, видимо, что-то такое, может быть, какие-то были ошибки, какие-то не додумал, не доучел. Сначала войскам Первого Белорусского фронта, которым командовал Жуков, удалось ошеломить противника светом зенитных прожекторов. Они попросту нейтрализовали немецкие системы ночного видения. Но когда наши части прорвались ко второй линии обороны, встретили ожесточенное сопротивление гитлеровцев. Советские войска уперлись в более прочную оборону и уже при свете дня. С одной стороны Зиеловские высоты, с другой – череда каналов. И тогда наступление замедлилось, что вызвало неудовольствие, в том числе и на уровне ставки, то есть в Москве. Между тем, наступление на соседних фронтах, у Рокоссовского на севере и Конева на юге, развивалось более успешно. Они продвинулись вперед на 15-20 километров. Жуков же наступал на самом тяжелом направлении – в центре. Ему предстояло взять Зиеловские высоты, которые прозвали «зубами дракона». Зубы дракона, да, так называемое укрепление. Там было больше всего потерь в абсолютной степени, потому что там танки 1-2 армия практически полностью были выбиты. Ночь на 17 апреля 1945-го стала одной из самых тяжелых в жизни маршала Жукова. Мощный оборонительный узел, созданный гитлеровцами на Зиеловских высотах, оказался практически неприступным для мотострелковых частей. К тому же враг ввел в бой все свои резервы. Было очевидно, именно на этом направлении Гитлер намерен удержать линию фронта во что бы то ни стало. И тогда Жуков принял решение, которое могло стоить ему слишком дорого.
вопреки директиве Ставки, бросил в бой две танковые армии из резерва. Те самые, которые предназначались для отсечения союзников от Берлина. Когда выяснилось, что он использует их совсем не так, как ему приказывали в директиве, полученной им, как говорится, лично в руки в Москве, это вызвало ярость в Москве. Этот конфликт со Сталиным сказался в судьбе маршала уже после войны. Хозяин Кремля никому не прощал своеволия, особенно тем, кто имел несчастье соперничать с ним в славе и народной любви. В 1946-м Жукову едва удалось избежать ареста и расстрела. Долгие годы он был в опале. Но тогда, весной 45-го, Георгий Константинович не думал о возможных последствиях для себя лично. Все мысли были только об одном – победить. Он сумел найти в прочной обороне немцев слабое звено. И танковая армия Катукова фактически обошла Зиеловские высоты. Жуков смог пробить в обороне брешь. Немцы пытаются, как говорится, пробкой заткнуть оборону, а танковые армии обтекают эту пробку с двух сторон. И вот этот вот хитрый маневр, такой как в виде буквы X, я считаю, что его место просто в учебниках по оперативному искусству. Благодаря этому маневру Жуков сломил оборону Одерского фронта. 30 апреля войска Жукова штурмом взяли Рейхстаг и водрузили над ним красный флаг. А 8 мая в 23 часа 01 минуту по берлинскому времени Жуков от имени Верховного главнокомандующего принял безоговорочную капитуляцию Германии. Вот уникальная фотография и ее история. На этой фотографии изображены маршал Советского Союза Жуков, начальник штаба Малинин Михаил Сергеевич, мой отец, и моя матушка Надежда Григорьевна Грекова, в то время председатель Верховного Совета Беларуси. Это минуты перед началом приема руководителей союзнических делегаций на празднование окончания Второй мировой войны после третьего парада Победы. Сегодня мало кто помнит, что в сентябре 1945 года в Берлине состоялся свой парад Победы, которым командовал Жуков. Два триумфатора – Жуков и Рокоссовский, навсегда запечатленные вместе на кадрах этой бессмертной хроники. Два антипода – и на полях сражений, и в жизни –